Лауреаты государственной премии на ПНТЗ. Вот уже второй год профессора Московского института стали и сплавов готовят инженеров для новотрубного завода. В Первоуральск они приехали, чтобы обсудить детали будущих диссертаций своих студентов. В экспериментальном цехе ПНТЗ профессора из Москвы. Некоторые из них бывали на новотрубном 30 лет назад, еще в советское время. А сегодня готовят специалистов для флагмана трубной отрасли. Кафедра у нас в России по обработке давлением, в общем-то, одна из ведущих и немногих, которые работают в области трубного производства. Практически единственные. Вот с нами, со мной сегодня приехал вот тут 6 человек. Из них 4 профессора, доктора наук. 3 лауреата государственной премии. Чтобы подготовить инженеров нового поколения, в группе ЧТПЗ разработали лидерскую программу. Вступают в нее студенты из разных уголков страны и учатся в Московском металлургическом вузе за счет компании. Параллельно они ведут научно-исследовательскую работу и изучают тонкости производства на практике. Большинство из них очень такие с энтузиазмом подходят к своей работе. То есть это очень радует на самом деле. Надеюсь, что из них получится хороший специалист. Участница программы Ольга Старичкова уверена, что учеба в престижном вузе поможет ей сделать карьеру. Я ни разу не пожалела и на самом деле всем советую. Я считаю, что это возможность посмотреть большой город, возможность работать в большой компании потом. И компания действительно очень хочет тебя развить. Это прямо чувствуется. Студент Кирилл Андрианов занимается исследованием дефектов непрерывно литой заготовки. С будущими коллегами металлург знакомится на слете стажеров. Это здорово, что мне удалось поучаствовать в первом наборе лидерской программы, теперь и в первом слете. И я считаю, что такие мероприятия нужны и важны, в частности, для нашей компании, потому что, да, они создают такую атмосферу командности, дружности, и это очень хорошо влияет на эффективную работу компании. Впереди у участников лидерской программы защита диссертаций и трудоустройство в группе ЧТПЗ. Таисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.